Вот, друзья, мы в вольере вожака. Беляшек, как всегда, компанейский парень. В самой такой многочисленной тусовочке. Умывается красавчик. Солнышко теперь много, витамин D, он всем очень нужен, и людям, и львам, и мы сразу видим, что сразу львы как-то преобразились, хоть в Крыму и очень большое количество солнечных дней, но все-таки зимнее солнышко гораздо меньше дает ультрафиолета, тепла. А вот под цветущей яблонькой львица улеглась. Мам, давай рисуй. Беляшек самый любопытный. Не зря частенько гостинцы перепадают от посетителей именно ему. И не только из-за того, что он отличается своей белой шерсткой, но и потому, что он такой шустрый, быстрый. Всегда одним глазком поглядывает, что происходит вокруг. Не зря он решил к вожаку в адъютанты податься. Да, друзья, действительно, просто вот так вот смотреть, даже, собственно говоря, ничего и не происходит, но само наблюдение за вот этой умиротворенной атмосферой, обстановкой, оно порой гораздо интереснее, чем какие-то там разборки или выяснение отношений, которые происходят порой у львов. Я вот так смотрю, читаю комментарии наших зрителей, подписчиков, и люди все практически с доброй душой, очень добрые такие светлые, теплые комментарии. Поэтому, друзья, рекомендую не только смотреть наши ролики, но и читать комментарии. Они не только добрые, но и многие очень интересные. Самим оставлять комментарии.
вот, подошел все-таки к своим друзьям поближе. Все, видимо, уже отгуляли. Львички отдельно вот там под деревцем, а здесь такое мужское сообщество во главе с вожаком и его адъютантом Беляшиком. Даже несмотря на то, что вот недавно тут две пары гуляли, мы видим, что мордашки не поцарапаны, спины тоже чистенькие. Все-таки вожак сумел здесь. Он сам такой мудрый очень лев, большой стратег. И вот передал эту атмосферу, это поведение и на своих собратьев по вольеру. Друзья, тут знаменитый этот баннер. Я смотрю, некоторые туристы приезжают и буквально мчатся по мосткам. Ну, собственно говоря, те, кто приезжают с экскурсии, их понять можно. Им там выделяют пару часов и, что называется, галопом по Европам они бегут. А вот те, кто приезжают сами и быстро проходят, то я думаю, что это не те люди, которые смотрят видео из Тайгана. А вот те, что смотрят, их сразу заметно. Они буквально у каждого вольера останавливаются.